Мы в фонтане купаемся. А еще что? Будете с нами в фонтане купаться? Тельняшки надо. Нет, даже не плыву. Я не умею плавать. Нет. Топи его, топи. Подожди еще раз. Ага, конечно, камера не работает. Да, давай. Давай, давай, вот. Оу! Класс! Давай, подписываемся круг. На Никиту и ставим давай. Лайки. Круг, 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 круг. Давай, давай, покажи, что ты сделал для хип-хопа в свои годы. Давай, круг. Изя! 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 Никит, ты такой талантливый. Алло! Обратил внимание, что не рынки. Вот видишь, все русские ходят вот в таких белых штучках. Как это называется? Не знаю, рубашка. Робот. А нет, это еще нормально, не машина едет. Я тоже так устал, но в бассейне хочется лечь. Сейчас окажется, что мы устали в бассейне, а Эмма нет. Что-то мимо пробежала. Так, другое. Бабах и все. Тайская стрижечка у тебя? Да. Ну как? Супер. Ты доволен? Конечно. Слушай, положили на кровать такую голову, массировали, блин, так долго. 3-4 раза голову мыли. Это салон. Салон целый. Целый салон красоты. Салон. Серега, Оксана Винтер просит поздравить тебя с праздником 23 февраля. Сказала, что она без ума от тебя. Я счастлив. Спасибо большое. Жалко, ты чуть-чуть в пересвете. Жалко, я не могу поздравить 8 марта. Поздравить меня Оксана Винтер с 8 марта, пожалуйста. У меня лично нет возможности. Оксаночка, с 8 марта тебя от Серёни. Ну, отправь это все к празднику. Нет, я сейчас выложу, а она просто потому, что потом вернется. Пересмотреть. Да, 8 марта хорошо. Можешь перемотать. Я даже засмущался немного. Да? Тебе не видно. Погрошло мне? Загорел, да? Щеки обгорели. Это для нас, для русских. Том Ям, поп так, давай. Бывает за нас. За нас, мужиков, короче. Спасибо. Спасибо, девчонки. Спасибо, что вывели нас в свет. Шикарный ресторан. Спасибо большое. Кокос. А там? Блин, какие у тебя шорты. Это твои? Да. Ты будешь их донашивать за папой? Папой. Ой, папе. Пись-писька. Пись-писька. Подожди, платьице наденем. Давай, майку снимай. Эм, ты знаешь, куда мы поедем сейчас? Куда? Баба. К бабе поедем? К бабе скоро поедем. К бабе скоро уже поедем, чуть-чуть осталось. Баба будет рада очень. Баба! Эмма, тише, давайте садимся спокойно. Поближе ко мне садись, чтобы все поместились. Эмма! Флешку взял? Да, наконец-то, Серег, с GoPro ходишь все время. Че наконец-то? С GoPro все время ходишь. Тебе надо еще сферу взять, все время сферы, за сферой. Ну, Катарина начинающий блогер. Баба! Да, Эмочка. Куда ехать? Катарина начинающий блогер, поэтому я ношу камеру, тренируюсь носить за ней, как оруженосец, как Санчо Панса буду носить. А Катарина будет снимать. Ты будешь снимать ее. Ну или так. Как актрису известную. Или так. Вот, Эмма, молодец. Давай, сейчас натренируется, и я вам дам ссылочку на канал Катарины и Сергея Шелиха. Никит, скажи ей. Это мой секретный. У него есть секретный канал, ссылка закрытая, но она будет в описании, невидимая ссылка. Невидимая. Так что, если вы хотите, чтобы Сергей открыл свой канал, то это видео должно набрать... 5000. 5000 лайков? Сколько подписчиков, столько лайков. Не, ну тысячу, давай тысячу. Нет, тысяча это реально. Полторы. Нет, ну, ты что? И три тоже реально. 3000 лайков, и Сергей сразу же открывает свой канал. И закрывает. Вот, там такой пес худой, кровать не кости. Он прям так накинулся на эту миску с едой, я ему насыпал. Зайдешь вечером, покормишь. Прям он очень худой. С
Смотрите, ребят, тут магазин, можно купить любую технику. Мотоциклы, самолеты, все продают. Давай. Мама. Дядя, видишь, какой дядя? Кафе «Война». Да, велик. Велик клевый. Сейчас впереди видишь для ребенка место. Да. Смотри, вертик какой. USA. Toyota. Мы здесь в Катарине шорты Милитари покупали. Да вон там одежда. Пойдем зайдем. Пойдем зайдем. Пойдем, Артем, пойдем. Камбоджа, Вьетнам, там везде они были. Вот сюда бы ее посадить. Можно, интересно, для фотки? Ух, вот тут. Прям магазинище. Блин, смотрите, прикольные какие. Мачету? Да, на даче, прикинь, борщевик рубить. Да, уж смотри, какие классные. Сколько он стоит? Да он, наверное, дофигища стоит. Да почему? Он обычный. Не, ну как ты это повезешь? В чемодане, в чемодане-то можно чего хочешь везти. А он такой. Ну, так точить надо. Ну, тряпки вот эти нравятся. Аптечка какая. Причем она, по-моему, полная. О, там полная. Это насос, походу, маш, автомобильный. Ну, вроде да, ручной, старый. Made in USA. О, слушай, на скутере вот в такой каске надо ездить. Смотри, маски, шапки, маски, кобура. Ну не можешь, 41 размер, 38, ну не можешь это 40 бат стоить. Перстни есть даже. О, ничего себе. Вот это круто. М. То есть Новый год? Ну, ваша старый... значит, 8 марта? 8 марта отмечали 23. Да нет, значит, 8 марта это 23 февраля, правильно? Вот и отмечайте 8 марта. Ну, вот, правильно. Ну, отметим, значит, еще... Нет, просто изначально не был базовый. Где баклажан? Вот это? Баклажан. А это баклажаниха. Баклажан. Смотри, фигура как у баклажанчика. Кого? А, рассаду? Жереб купила, да. Слушай, здесь весь... Перчик, смотри, вон, базилик тебе. Серег, а мы сделаем такие же фотографии с бутылкой? Да. Блин, ну здесь, конечно, клево было пролететь, показывая вот это, посмотреть. Посмотри, там фиолетовые перцы. Там вон, баклажаны, вообще 80 бат стоит, смотри. Вкус. Просто можно для удовольствия купить, чтобы сожрать баклажан с куста. Да, маску повезем. Слушай, ну здесь приятно. Я люблю, когда вот газончики, кустики, так красиво. Беседочки, смотри, какие. Пошел. Здесь мы спала. Вперед, Эм, погнали. Ой. Ой, во, красиво там. Ой. Это святая святых, это моя родина, Италия, Портофино. Портобелло. Портобелло. Портутино. Я еще предлагаю здесь оставить твои кеды и выкинуть их в Таиланде. И в Москву их не везти. Почему? Слишком хорошие. Рядом. И посмотри, как там красиво.
обними Эмочку, обними. Обними Эмочку. Любовь какая. Вот и весь виноградник. Больше здесь смотреть нечего. На телефоне не. На телефон снимать нельзя. Охранник вот ходит. Смотришь, чтобы мы дрон не запустили. Поделиться с тобой правилами пользования тайского туалета. Внимание, показывай один раз. Давай. Не блевать, когда писаешь. А, ух ты. Позже рвать нельзя. Да. И как эти возле тоже. А, рядом. Блин, жалко. Я обычно вот так вот. Всего 5 бат. Мы все посмотрели уже. Можем сходить на Катаринин телефон теперь. Вот так руки на колени. Да, с прямой спиной. Чуть-чуть наклон вперед. Это вообще. Катерина похвасталась табличкой с туалета, а я вот похвастаюсь. Отличные фотографии. Как я научил сына любить, относиться к женщине. Ну просто это единственное, чем я могла похвастаться за последние 5 минут. Я тоже такого хочу. И это манго. Или это мороженое. 100 бат. Я такого не хочу. Это манго походу. Да, ну манго грызть замороженное. Да, замороженное манго. Дуриан замороженный, 180. Жесть. Вот прайс. А, скидка. Сегодня счастливый вот успей. Нет, это день всех влюбленных. Святого мужчин. Международный день мужчины сегодня, поэтому хот прайс. У них тоже. А видели это замороженное манго на палке? Нет, мы обсудили, что мы не хотим манго грызть манго замороженное. 790 бат за пойло, да, местное? Ну это подкрашенное, видишь, красная краска там, поэтому дороже. Местное пойло, 790 бат. Скидка сегодня в честь 23 февраля. Бестселлер. Вот они очень любят вот такие штуки писать, бестселлер, на какую-то фигню несъедобную. Все, ребят, внутрь мы не попадем, потому что уже все закрывается. Потому закрыто. Что закрыто. Женщины вон все вынесли. Очень долго все собирались, готовились сюда. В итоге все закрылось. Вот мы с тобой как были в плавочках с тобой, да? Да, только поехали. Ты плавочки сверху перетянул. Сами за 100 бат могли бы сделать упаковку, чтобы легче открывалось. Чтобы открывалось хотя бы, да. Еще к ним ножницы покупать за 300 еще. Привет, Артем. Посмотрим, юный блогер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Да, все такое. Артем, все такое, жмите на колокольчик. Что там еще? Ты молодец. Пишите комментарии. Пишите комментарии. Шлите деньги, посылки, конфеты. Ну, Серег, эфирное время заканчивается. А, вот, есть с другой стороны. Все просто. Ларчик открывался просто. Серег, можно тоже попробуем? Да. Вот я ему терплю, Серег. С чаем хорошо. За окнами снежок, камин. Чай налил, сидишь чай в трубочке, налил. В чашку макаешь. 5 ложек сахара. Да. Отходи, Вет. Ем, обними Тему, погладь Темочку. Может, Тема хорошая. Темочку, не меня. Темочку. Кто ближе, что дрова вообще? Эмма, ку-ку. Папа. Пусть ну что, ты не скажешь. Ем, вот, на. Okay, make a comment about her better. She likes that. What her better. Can you make 4? Yeah. In one. Не, нормально, вкусно вино. Так, Серега, причесочку поправляй. Красивый был. Давай. Подождите. Да божи ты. Подождите, у меня не запустилось. Это вам нужно обязательно. Это не сок, мам. Коньячок. Это не сок. Коньячок? Нет. Мне кажется, здесь может посуду не притирать. Пьемочки, давай. Ну, подожди, а что не сказали, за что там все? Праздником, дорогие мужчины. Да, защитники ваши. Спасибо, защитники наши. Эмочка, нас. Давай за папочку, и за спасибо, Сережечку, вы и за Артемочку. Папа. Смотри, видишь, как у меня? Никит, у меня классно все в истории? Я вообще супер. У меня лучше. На, потрогай. Ой, а что он горячий? Я вот тоже говорю. Охренеть. Сейчас пока придет, он уже остынет.
Ребят, спрайт принесли, а он просто горячая банка. Не холодно. Был в холодильнике, они его засунули в кипяток, наверное, банку. Да, может, банка? Не, банка нагрелась. Жидкость. А, ну все, банка нагрелась. Да не, ну там напиток-то, он бы остыл. Он теплый, на самом деле, спрайт теплый. Там что, кипятком залили. Ничего себе, о! Чем никто потом даже не ушел. Медлячок. Even when you're crying and you're beautiful too, the world is beating you down and around. Should I be with you? To my door phone, in my news, my body sticks your mind with a goose. And I can't stop singing this winking in my head. Baby, I'm stuck with a halfway. Все, ребят, мы поели, попили, выпили бутылку местного винища, послушали Верку Сердючку и самое главное Паттайя. Паттайя это была исключительная композиция, которую девочки покушали. Девочки покушали, а мы постояли и посмеялись. Нет, девочки потанцевали. Девочки потанцевали, а мы покушали. А мужики не танцуют, мужики стоят возле. Решают вопросы. Мужики не танцуют, мужики стоят у своих барсеток. Почему? В Паттайю поедем? Baby, I'm stuck with a halfway heart.